Сегодня готовим очень быстрый, простой, а самое главное, красочный, вкусный завтрак. Три авокадо тоста с разными начинками. Итак, для начала очищаю авокадо. С помощью ложки достаю мякоть и отправляю в блендер. К авокадо добавляю соль, черный перец, сухой чеснок и, конечно же, лимонный сок. Перебиваю авокадо блендером в очень нежную, мягкую кашицу. Вот такая она получается. Теперь нарезаю наши тосты. Первый авокадо-тост у меня будет с овощами и семенами. Тонкой соломкой нарезаю перец сладкий и тонкими кружочками нарезаю помидоры черри. Смазываем помадкой из авокадо хлеб. Сверху красиво выкладываем овощи. И посыпаю все смесью семян. Первый авокадо-тост готов. Начинаем готовить следующий. Также хлеб смазываем помадкой из авокадо. Выкладываем сверху красную рыбку. У меня сегодня лосось. И нарезаю сверху любой сыр, который у вас есть. Также этот авокадо-тост посыпаю кунжутом. И теперь приступаем к готовке третьего тоста. Смазываем помадкой из авокадо хлеб. Разрезаем заранее сваренное яйцо на две части. Убираю нижнюю часть, чтобы оно удобнее село на хлеб. Выкладываем яйцо и посыпаем кунжутом. Авокадо-тосты готовы. Приятного аппетита!